Всем привет, я Даша. Сегодня снимаю со своей помощницей кошкой Дымкой. И тема видео, вы уже видели название, 5 книг, с которыми я никогда не расстанусь. Это мои любимчики, которых я перечитываю очень часто, которые как-то влияют на мое душевное состояние, не оставляют меня равнодушной. И когда я задумалась о том, что нужно снять это видео, у меня фактически не было сомнений, какие книги выбрать, они у меня возникли в голове сразу, так что не исключено продолжение. Итак, самая первая книга, без которой я не мыслю своего существования, начинает с собой целый цикл таковых. Но первая, конечно, как водится, в основном же так водится, самая впечатляющая и самая лучшая. Это «Волкодав» Семеновой. «Истовик камень». Самая первая часть, с которой все начинается. Вся история жизни волкодава и тех, кто его окружает, имеют какое-то к нему отношение. Это славянская фэнтези невероятного качества, по крайней мере, с моей точки зрения. Я просто обожаю вообще книги Семеновой, но «Волкодав» — это, конечно, мой отдельно любимчик, который достоин похвал. Это вот если бы я находилась на каком-то корабле, и он шел бы на рифы, и я знала, что сейчас корабль разобьется, нужно срочно нырять в воду, уплывать, и тут как раз остров неподалеку, я знаю, что я там проведу, не знаю вообще даже сколько проведу там времени, но много. Не исключено, что там вся моя жизнь пройдет, и я, конечно, не мыслю свое существование без книг. Я без сомнений бы схватила бы именно эту книгу, именно с ней бы поплыла бы, хотя, конечно, опасаюсь за ее страницу, но мы же размышляем, это теория. Потому что здесь не только есть философские посылы, интересная сюжетная линия, увлекательные какие-то моменты, невероятные эмоции испытываешь во время чтения. Здесь еще есть и стихи в начале каждой главы, и в те минуты, когда я буду маяться, куда мне деть мозг, и тот человек, которому нужно все время что-то мозгом делать, если можно так выразиться, их можно просто учить наизусть. Некоторые из них я уже знаю наизусть. У меня на канале есть видео, где я читаю, и, но не сама на камеру, а под проплывающие картинки, которые я подбирала под строки, звучавшие из моих уст. Так что вот эта книга — это просто что-то невероятное. Но идем дальше, не будем замедляться. Следующая книга. Я над ней на самом деле много думала. Я была уверена, что это должна быть книга Крапивина. Обязательно. Я долго перебирала в уме. Ну что мне выбрать? «Мальчик со шпагой», «Колыбельная для брата», «Журавленок и молнии», «Белый шарик матроса Вильсона». Просто сломала себе всю голову. Потом подумала, чего я так зациклилась на старых его произведениях? В чем дело? Что за стереотипное мышление, не знаю, то можно ли оно сюда применить вообще словосочетание? Я тут вспоминаю, у меня же есть изумительное, потрясающее, волшебно-объемное, посмотрите, какой объем, я обожаю толстые книги, это «Трофейная банка, разбитая на дуэли». Она просто меня, вот знаете, она новая, это как бы не 70-х годов, не 80-х книга, а относительно новая. Но она является продолжением старой истории Крапивина, сказки Севы Гущенко. Это в этой повести, это именно повесть, не роман. Речь о сказках не идет, это просто такое название. Но и вот эту книгу можно воспринимать и как продолжение, и как совершенно самодостаточное произведение. Потому что, ну, она совершенно потрясающая. И здесь есть все то, что я так люблю в Крапивине. Помимо того, что книга является продолжением давно мне почти наизусть выученной повести, и это совершенно потрясающе. Вот с этой книгой тоже бы никогда бы в жизни не осталось. Далее я покажу вам сразу в двух изданиях одну книгу. Вообще, я не тот человек, которые подбирают к себе какие-то издания. Я вот иногда смотрю других книжных видеоблогеров, у них прям, они прям коллекционеры, вот прям собирают,
из одной серии, чтобы было, чтобы красиво на полочке смотрелось, чтобы обложка в едином стиле. Вот я так не умею. Я увидела, захотела, хапнула. И как бы и иногда такие вот видеоблогеры меня вдохновляют. Я при очередной покупке сижу там, чувствую себя прям каким-то ценителем картин. Вот, задрав нос, сижу, выбираю там. Если есть, конечно, возможность выбрать. Но как бы был в моей жизни эпизод, когда я скупала разные издания одной и той же книги. Дело в том, что самый первый раз книгу я прочитала в фанском переводе и скупала самые различные издания в поисках того самого или хотя бы приблизительно того. Я, наверное, вас уже заинтриговала, что это за книга такая. Это Сесилия Ахерн. И книга имеет два варианта названия. Это «Не верю, не надеюсь, люблю» и «Там, где заканчивается радуга». Вот она у меня есть в двух изданиях. Ни одно из них не то самое. Но оно же фанский же перевод. Где бы я нашла, но я надеялась. Я хотела уже и третье издание заказывать, но потом себя отдёрнула. Даша, тебе зачем одна и та же книга в нескольких экземплярах? Вот зачем? Вот объясни мне. Я сама себе не смогла этого объяснить. На случай, если вы сможете мне помочь найти тот самый фанский перевод, там имя человека, которого не любила главная героиня, его зовут Брайан. И она все время его рифмовала. Брайан Комбайн. Вот это опознавательный знак. Там есть, конечно, и особенные шуточки, особенный стиль, но как бы, как я вам сейчас это объясню. Так что Брайан Комбайн. На случай, если вам интересно, в каких изданиях у меня, которые вот «Не верю, не надеюсь, люблю», это издательство «Аст» 2010 года. И, боюсь, я не смогла найти имя переводчика. Может, я просто плохо посмотрела, странно обычно указывают. Вот. И в другом издании, кстати, вот если с английского переведить, по-моему, вот это название правильно, «Там, где заканчивается радуга». Это издательство «Иностранка». Подождите-ка. 2012 года издание, перевод с английского Эвелины Милиневской. Вот, что если вы знаете издание, в котором рифмуется Брайан Комбайн, пишите мне, я буду очень благодарна и признательна. О чем эта книга? О переписке. В письмах, записках, открытках, я не знаю, распечатках чата рассказывается о целой жизни двух людей из двух разных семей и заодно жизни вообще этих самых семей. Чрезвычайно занимательно чтиво, перечитываю очень-очень-очень часто, прям очень часто. И просто любовь моя на всю жизнь. Сесилия Ахерн настоящий гений, если она подобное смогла не только придумать, но и воплотить в жизнь, это просто что-то совершенно потрясающее и удивительное. И, пожалуй, мне вот сейчас не падайте только в обморок, ладно. Мне эта книга нравится даже больше, чем «Идеал» и «Клеймо». Представляете? Ой, что я сейчас сказала-то? Переходим к следующей книге. «Как и волкодав» — это часть трилогии. Ну, «Волкодав» — это не трилогия, там много. Здесь это трилогия. И вы не поверите, это Черкасов и его хмель. Смотрите, какой объем. Вам, наверное, не видно, тут темная обложка, покажу разрезом страниц. Шикарно, да? Потрясающе. Я обожаю толстые книги. Просто это большой объем книги. Это возможность подольше общаться с вашими любимыми и даже не очень героями. Это шанс проникнуть глубже в их души, в их ситуацию,
прочувствовать атмосферу, это волшебство какое-то. Я вот даже сейчас посмотрю, сколько здесь страниц. Ребят, почти 1877 страниц. А смотрите, какой Черкасов красавчик, по крайней мере, мы видели. Портрет удачно. Потрясающе, правда? Там есть еще книги «Черный коп», «Тополь и конь рыжий», и это первая книга «Хмель». И, кстати, меня назвали в честь одной из героинь, но в «Хмель» ее еще нет. О чем эта книга? Книга, кстати, знаете, какого года издания? 79-го. Еще до моего года рождения не одна была издана. Человек московский попадает в Сибирь и в общину старобрядцев. И вот то, что с ним происходит, это совершенно потрясающе. Даже не верится, что Черкасов написал подобное. Я вообще в шоке. Причем он мне до такой степени покорил этой трилогией, что я даже хотела посетить его могилу. К сожалению, я узнала, что не сдох перед смертью. Он вернулся на территорию Украины, и он где-то там похоронен. Я так надеялась, что где-то здесь, в Сибири, я бы съездила, почтила память, но, конечно, далеко я не уеду. Вы знаете, у меня есть подозрение, быть может, и необоснованное, быть может, я ошибаюсь, но вот мне бы хотелось в это верить, быть может, это излишне мечтательно-романтично с моей стороны. Ну вот у меня постоянно мелькает такая мысль, что Черкасов писал о своем предке. А может, это не так, может, это просто буйная фантазия. Вот. Но эта трилогия совершенно потрясающая. Называется «Люди тайги». Вот, официальное название — «Сказание о людях тайги». Всем советую, тем более здесь прослеживаются генеалогические мотивы. Если вы любите так же генеалогию, как и я, не путайтесь с гинекологией, то вам обязательно нужно почитать, ну, хотя бы первую часть. Вот, ну, хотя бы первую. Она, конечно, объемная, но она того стоит. И последняя, пятая книга, которую я вам сейчас покажу, я на самом деле не так давно о ней уже рассказывала. Это Элизабет Гилберт. «Есть, молиться, любить». Книга антидепрессант, книга антистресс, книга «Поверь в себя и внуши себе надежду на будущее», книга «На все времена», книга об Италии, Индии и Индонезии, книга о том, как найти себя, книга о том, как найти других, книга о том, как молиться, как любить, как есть. И она совершенно потрясающая, я ее периодически перечитываю, я бы с ней ни за какие деньги не рассталась бы. Это просто потрясающе. Тоже, кстати, в первый раз читала в электронном варианте, потом еще раз прочитала в электронном варианте, потом еще раз прочитала в электронном варианте. Потом подумала: Даша, ты ее постоянно читаешь, купи уже себе ее. И ее купила. Вот такие были 5 книг, с которыми я никогда бы, ни за что бы, не рассталась. Надеюсь, вам понравилось. Пишите в комментариях свои книги, с которыми вы никогда бы не расстались. А я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока и до скорых книг.